Добренько. Всем добренько. Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте, всем добрейшего вечерочка. Блять, опять перепутал нахрен. Добрейшего всем денечка, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня у нас обычный разговорный стримчик будет непосредственно вестись на YouTube-канале. Пообщаемся примерно с часик бесплатно. Я взял, ну, вот сразу скажете, абсолютно хлам. Ну, ладно, два устройства еще более-менее. А два совсем, конечно, хлам. Первое устройство, это вот эта хрень. Но она уже как бы снялась в обзоре про Mac Pro. Поэтому что-то, какая-то хотя бы польза от этой штуки была. Это первый iPad. iPad 1 первого поколения, он стоил 600 рублей. Но эта дура, блин, продавщица, сучка, меня наебала. Армяшка, блин, продавала, блин. Или какая-то дагестанка, я не знаю, кто она по национальности. Но она меня, сучка, наебала. Он, короче, сука, не включается, не заряжается. А если его подключить, говно просто перезапускается. Причем я за эти деньги мог бы купить абсолютно рабочий планшет, ну, первого поколения. Ну, кусок дерьма, вот купил просто кусок дерьма, его только об голову разбить и все. Этот кусок дерьма я зачем-то купил. Вот он просто горит и все, и перезапускается. Откровенное говно. Привет, Олег. Полностью тебя понимаю насчет гей-донатов. Это просто мерзко и невозможно слушать. Но возможно слышать. Невозможно слушать без того, чтобы не возбудиться, не думать о мужчине. О, это донат был с подвохом, я так понимаю. Здоров, дядь. Привет, Гарик. Причем эта сучка, которая продавала этот планшет, она мне говорит, 1000 рублей за этот кусок говна. Типа он на 64 гигабайта. А какой прок от того, что он на 64 гигабайта, если он не включается ни хрена? Это херня. Армяшка, блин, это дагестанка. Я не знаю, кто она по национальности. Но она меня, сучка, наебала. Он, короче, сука, не включается, не заряжается. А если его подключить, говно просто перезапускается. Причем я за эти деньги мог бы купить абсолютно рабочий планшет, ну, первого поколения. Ну, кусок дерьма, вот купил просто кусок дерьма, его только об голову разбить и все. Абсолютно бесполезное. Причем за эти деньги мог бы купить рабочий. Вот что мне обидно. Вот этот кусок говна стоил 200 рублей. Это некий iPhone 5C. iPhone 5C было, значит, время, короче, когда продавались пятые айфоны, и потом вышел вот этот вот, типа, по характеристикам, как iPhone 5. Но только он был такой, типа, молодежная серия с пластиковым корпусом, ну, как бы более удешевленный iPhone. Нахуй такой iPhone нужен? Непонятно. Абсолютно бесполезный кусок дерьма. Причем даже данные ты с него как бы и не скачаешь. Ладно бы на нем были фотки какой-нибудь красивой бабы, и можно было бы на них дрочить, к примеру, одинокому мужчине. Можно было бы купить этот iPhone, и, возможно, там какие-то интимные фоточки были бы на нем. Но там и этого нет. А даже если бы это было, он бы, скорее всего, был бы запаролен,
А пароль ты не можешь ввести, а пока ты не введешь пароль, ты не можешь скачать фотографии с этого айфона. Армяшка, блин. Одна единственная трещинка. Он стоил 350 рублей. А вот этот кусок говна стоил 600, блин. И он вообще не рабочий. Сука, блядь. Видишь, я ему промял заднюю крышку. А чё толку-то? Думаете, мне важен этот его экран? Ну хорошо, экран у него полностью целый. Но что толку мне от этого экрана? Я, кстати, бил по нему сейчас, и у него отстегнулся экран. Можно прямо на стриме его разобрать. Было бы неплохо, если бы я его сейчас смог разобрать. Посмотреть, что там внутри. Все, он ни хрена не включается. Блин, какая баба эта сучка, блин, меня наебала, блядь. Его еще хрен... Хрен его, блядь, откроешь, этот айпад. Я вот пластиковой карточкой пытаюсь его, блядь, вскрыть. Нихуя он не вскрывается. Не так делаю. Вот так вот. Хрен ты его, блядь, от... Блин, карточку проще сломать, чем этот айпад открыть. Дурацкий, блядь, айпад. Сука. Да нахрен. Во, открылся, блядь. Ну хуй его знает, тут все подключалось нахуй. Не знаю, вроде выглядит все целым. Батарея, скорее всего, сдохшая просто. Кого из подписчиков пригласишь на свою свадьбу? Вся свадьба у меня очень далеко. Мне кажется, что чтобы сыграть свадьбу, это надо найти женщину очень хорошую. Я еще никого не нашел, чтобы свадьбу играть. Продать за 300 рублей. Почему не начнешь заниматься программированием? Ты же так компы любишь и на вид, как задрот ебаный, а по Фрейду программист-анальник. Это стадия психосексуального развития. Если что, додик. Что за донаты, блядь, сегодня? Какие-то хуйню всякую присылаем. Что, будут сегодня нормальные сообщения в донатах? Или обязательно нужно вот эту хрень присылать? Нет, что вопрос какой-нибудь приятный, благотворный, душевный вопросик задать. Какую хуйню спросить? По геймплею, по стрельбе посмотреть, что там у нас по стрельбе, по геймплею. Так, ну тут вот у нас элементы бродилки, элементы... Ох, мне нравится то, что она эти фразы говорит. Чтобы знали, блядь, где им раки зимуют, что это FBI, что это власть, блядь. Она бы еще говорила, уважай, сука, мою власть, нахрен. Я федеральный агент, тварь, блядь. Ты должен мне подчиняться, тварь поганая. Ты, блин, вообще место свое должен знать, нахуй, и чувствовать мою силу и власть. Ну, это неплохо, это неплохо. Такая сильная роковая женщина. Показывает им герати зимой. Так, что-то громковато. Нахуй. Олег, привет, коллега. Блядь, спустился ты в темный подвал, я такие, а я там подкручиваю свой болт. Блядь, что будешь делать? Блять, эту хуйню, хорош мне эту хуйню присылать уже. Заколебали. Расскажи, сколько килограмм меди украл. Да нисколько я не крал, нахуй. Успокойтесь. Футболка классная, да, на Алиэкспрессе. Уже раз 100 спросили про футболку. На пару с Саньком, нет. Ну, во-первых, не хочешь. У Санька, если честно, вот я про чужие деньги нельзя говорить, но я вам скажу так, просто, без счета. Я точно знаю, что у него уже хватает, чтобы купить квартиру. Он не раз это говорил. То есть, если он захочет съехать со своей однушки с родителями, он может это сделать хоть завтра. То есть у него есть деньги, чтобы купить однокомнатную квартиру. Если бы он это хотел, он бы это сделал.
И если бы он хотел снять квартиру и жить отдельно от родителей, он тоже бы это сделал. Он не хочет. Мы как-то говорили года полтора назад с ним об этом. Или год. Вон он. Вон он сидит, видите? Так что он есть. Это должны понимать. О, большущее спасибо. Олег, привет из Верхней Салды. Удачи в развитии канала. Спасибо большое, братан, спасибо. В Верхней Салде лично был прекрасный город. Все круто, в музее. Где был? Да какой в Верхней Салде, это мы в кинотеатр, когда заходили поссать, заезжали туда. Я как бы вот так с девушками очень хорошо нахожу общий язык, когда коллеги. То есть вот даже когда я работал неделю в этом, в корпорации «Центр», я и то уже почти одну склеил. Но там потом один парень хотел мне ебальник разбить, потому что типа... Оказывается, он уже года два за ней ухлёстывает и это самое. А я тут нарисовался, а он как бы, блядь, подойти к ней. Ну, то есть, типа, плохо он, они общаются, но он сказал, что это, типа, моя девочка, блядь. Хотя она даже этого не знала, но он-то уверен был, что это его девочка. Потому что он говорит, рано или поздно она станет моей, поэтому ты от нее типа, отвали, нахуй надо. А я постоянно с ней, то есть, вот я неделю там работал, и мы... Всю смену с ней тусили, короче, потому что я довольно быстро нахожу общий язык с девушками. Ну, когда коллеги. А так вот в кафе там или что-то типа с незнакомым совсем человеком я не стану говорить. Потому что мне это не сильно интересно, как бы. Ну, так, не это. Прям с на улице там или с какой-то продавщицей, там, кассиршей, это такое. А с коллегами там я быстро нахожу общий язык. И вот, и тот парень, короче, блядь, быканул на меня нормально так. Потому что, говорит, девочка-то моя, а хули ты на нее, блядь, ты положил глаз-то вообще? Я тут, говорит, ее уже полгода или там год окучиваю. Отвалил от нее? Так я уволился оттуда. Я просто ушел с того магазина. Там сам магазин мне не понравился, я ушел оттуда. Саня говорит, но Саня не работал никогда со мной, как он может говорить, если никогда не было у него, он никогда не видел мой цех. Девочка хорошая была, такая худенькая, с черными волосами, как мне нравится. Приятная такая она. Я не помню, как ее звали, но хорошо мы с ней общались. Хорошая девочка. Но он, блин, физически сильнее меня, мне казалось, был. Так он здоровый был достаточно, как бы, покрупнее меня. Я в те времена совсем худой был. Ночи погоды за мормышками не бегают. Ну да, так оно. Сайт знаком? Нет, только не сайт знаком. Вот чего-чего, но только не сайт знаком. Самый кайфовый вариант это директор Вальдорана. Ну, либо менеджер какой-нибудь. Если директором не возьму.
заканчивается. Да хрен его знает. Вроде заканчивается, двое осталось. Вот скажите Саньку, как хоть убить-то? Кто играл в Demon's Soul хотя бы на версии PlayStation 3? Правильная у него тактика или может какую другую надо? Я вроде думал, что сейчас их убить, а потом до него добраться. Но, по-моему, он их рождает. В таких ситуациях надо говорить, что, мол, пускай девушка. Так а я так и сказал, по-моему. Я примерно так и сказал. Я сказал, ну, говорю, типа, раз она твоя девушка, чё ж она та самая-то? Молчит, не говорит. Стало быть, не твоя, а стало быть, только ты так думаешь. Скажи Саньку, что мелких слизней валить бесполезно. А как мне до большого добраться? А как до большого добраться тогда? Пусть сзади к боссу заходит. Огнем и мечом, не копьем. Потом один какой-то один человек написал, да он все правильно делает, ну не знаю, Санек свое копье не в ту щель сувает. Вот, да, видишь? Киндер, а для пробы поставил, уже удалил нахрен. Мне интересно, не нравится мне эта тема. На сайты знакомств, ну, вообще, во-первых, мне там никто не нравится. Либо я не понимаю, нравится или нет. Потому что я вот так по фотографиям вообще не могу определить ни хрена. На одной фотографии нормально, а на следующей уже вообще не то. Да и в принципе не могу найти хотя бы вот, чтобы, ну, типа, нравилось. Хотя в жизни достаточно спокойно нахожу. Раньше могли, конечно, в жопу зашли. Вот видишь, с жопы зашел и все произошло. Ладно. Так, иди нахер. Эй, а что так, блин, до хрена?